А вы скажете, потому что я же забуду цены. А цены вот типа, их практически видно. По 600 гривен. По 600, тут надо мерить. А чьи это у вас оправы? В Китае в основном. Китайский, да? Да. По 600. Китай затапливают. Ага. Сейчас же нет вот такого, если Италия, ну, то да. Прямо в Италии их затапливают. Не, просто чтобы они были удобны. И, ну, чтобы я ему могла сказать. Я поняла, все производства все равно вынесли уже как я бы. Я поняла. Ага. Туда. И вот такие, да? Пластмассовые, это... может быть, эти по 400 гривен. То есть, ну, надо мерять все. Я поняла. И вы тут вставляете, в принципе, все. Мастерская есть, но заказы принимаем на вторник, либо пятницу, потому что мастер по вторникам и пятницам. Угу, то есть, если заказывать, то приходить во вторник или нет, пятницу? Нет, приходить можете каждый день. Вот так вот. Ага. Просто готовы будет там. Ну это не важно. Вот вы сегодня заказали, готовы будет во вторник после обеда. Ага, я поняла. То есть, быстро делается, да? Ну, так, если такие ничего сложного, бывают, бывают иногда очень сложные линзы, которые заказываются там 3 месяца. А линзы, кстати, чьи? Линзы, вот целая папка. И почем? Израиль. Ага. И почем они там? Корея. Ну, скажем так, без покрытий, без всяких покрытий. От 130 гривен за одну линзу, опять-таки. Это чистая сфера, это стигматика. Не, я понимаю, просто ну, приблизительные цены, чтобы он уже знал. От 130 до 5000. Понятно, 5000. Ну, Германия, там начиная 620 гривен одна, и если какие-то покрытия, если утонченное, если еще там чего-то. Это стекло, да, в принципе, или пластик? Это пластик везде. Ну, пластик хороший, он хоть он не тяжелый. Да, не тяжелый. Израиль. Польша, Корея, Италия, Япония, Хоя, СЭС, Германия. Самые дорогие-то? Ну, там надо смотреть, нет такого самого. Там надо смотреть по позициям, чего хочется. Ясненько. Хорошо, я ему скажу, это он ищет, не знает, где это самое. А я как-то... В субботу мы как бы с 10 до 3 маленький рабочий день. Ага. А так каждый день с 9:30, ну, расписание на поле. С 9:30 до 4:30. Спасибо вам. И проверить зрение, уточнить можно. Угу. Проверка 100 гривен, независимо. Я поняла. Хорошо. Заказа. Будет заказ, не будет. Хорошо. Спасибо. Там подороже. Угу. Ну, ему мужские, они такие, по-моему, узкие должны быть. Ну, это он сам должен выбирать. Это сам должен выбирать сейчас. Спасибо, до свидания. Так.